вступил в законную силу приговор Яшхульского районного суда в отношении местного жителя. За совершение преступления он приговорен к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как установлено судом, мужчина в вечернее время в октябре 2022 года в результате конфликта нанес не менее 5 ударов в область живота, правой руки и левой ноги местному жителю, от которых последний скончался. Не согласившись с принятым решением, защитник обжаловал приговор, указав на его незаконность и необоснованность. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия согласилась с позицией прокуратуры республики о законности приговора и оставила судебное решение без изменения.